Теперь информация важная для тех, кто каждый день садится за руль в Москве. С этого дня еще на 95 улицах парковка стала платной. 40 рублей в час. Впервые стоянки в ряде мест организованы точечно, не по всей проезжей части, а лишь у крупных торговых центров, рынков, станций метро, других точек притяжения, как это назвали в столичном департаменте транспорта. Говорят, что во всех случаях предварительно анализировали, где именно возникают пробки из заброшенных как попало машин. А также обещают, что вырастет скорость движения личного транспорта и городского. В департаменте подсчитали, что парковочное пространство в Москве станет почти на 3% больше. Второй этап такого точечного расширения пройдет в декабре, сообщает агентство ТАСС.